Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Все лето не покупаю мясо. Готовлю очень вкусные блюда из кабачков. Сегодня одно из них покажу вам. Надеюсь, вам тоже понравится, и вы будете его готовить еще не раз. Мне понадобится один вот такой хороший крупный кабачок. Я его хорошо мою и легким нажатием экономки очищаю. Сильно нажимать не надо, прям так еле-еле, буквально 1 миллиметр. На очищенном кабачке острой вилочкой делаем достаточно такие глубокие насечки вокруг всего кабачка. Так лучше пристанет мука. Теперь разрезаю кабачок пополам. Еще раз пополам. И нарезаю достаточно крупными такими кусочками. Багет насыпаю 3 столовые ложки муки и 2 столовые ложки крахмала. Мука может быть кукурузная, будет даже вкусней. Кабачки не солю, а вот в муку пока добавляю сухой чеснок. Перемешиваю. И отправляю сюда кусочки кабачков. Закрываю пакетик и хорошо перемешиваю кабачки в муке с крахмалом. В глубокую миску разбиваю 2 яйца. Яйца хорошо перемешиваю. И отправляю сюда кусочки кабачков в муке. Лишнюю муку можно обтрясти. Хорошо перемешиваю кабачки вместе с яйцом. Очень удобно сделать это простой вот такой силиконовой лопаточкой. И отправляю кусочки на разогретую сковородку. Конечно же, с маслом. Обжариваю кабачки со всех сторон. Желательно обжаривать их небольшими партиями, чтобы они вот так в один ряд влезали на сковородку. Пока обжаривается первая партия, подготавливаем вторую и так далее, пока не закончится ваш кабачок. Нарезаю свежую петрушку. И на мелкой терке измельчаю один зубчик чеснока. Чеснок берите по вкусу и количеству ваших кабачков. Обжаренные кабачки перекладываем в глубокую миску. Пока кабачки еще горячие, я их сверху подсаливаю. Подсаливайте по вкусу. Добавляю чеснок. И петрушку. Аккуратно все перемешиваю. Чеснок с петрушкой уже отдают свой аромат. Поэтому добавляйте именно тогда, когда кабачки еще очень горячие. Можно еще немножко черного молотого перчика добавить. Ну а теперь пробуем. М-м-м.
Кабачки получаются вкусные и невероятно сочные. Обязательно попробуйте. Я надеюсь, вы такие кабачки приготовите еще не раз. Кому понравится, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!